Эту поддержку Мансур Малачиев чувствовал за тысячи километров. Родные сельчане из Зубутли-Миатли и одноклубники. В аэропорт приехали порядка 200 преданных болельщиков. Каждый хочет лично поздравить и сделать памятное фото. Мы ожидаем еще больше от тебя. Поэтому это может быть для спортсмена это один из первых шагов для того, чтобы он достиг больших результатов. У тебя еще все впереди. Молодой, я от души поздравляю тебя, твоих родителей, близких. И дай Аллах, чтобы у нас таких чемпионов республики еще больше было. Победа в титульном бою против Руслана Сариева пока самая громкая в карьере 29-летнего Мансура Малачиева. Начало поединка шло под диктовку его соперника, однако в третьем раунде бойцу клуба Universal Fighters удалось плотно захватить шею и выйти на прием. Сариев стучит в знак сдачи, Малачиев – новый чемпион лиги в легчайшем весе. Как признается тренер, подготовка к этому бою выдалась скомканной, но Мансур сумел проявить характер. Ну, я понимал, я взбодрил его, то, что твой соперник, ты не думаешь, что он лучше тебя дышит. Я вижу все со стороны, он ни грамма лучше тебя не дышит, поэтому реально ты можешь выиграть. Где-то процентов 60 он был готов, честно говоря. Ну, в любом случае я верил. И еще здесь я говорил, Мансур, в третьем раунде ты должен задушить его, потому что у нас в плане так и было. Титул чемпиона в одной из ведущих российских лиг открывает перед Мансуром Малачиевым новые перспективы. Как и большинство бойцов ММА, он давно мечтает попробовать силы в UFC, и кажется, сейчас это вполне стало реальным. Мне уже 29 лет. Сейчас, как они сказали, если одну защиту делаешь, уже дальше уже за океаном, за UFC уже они сами уже отправят. То есть они будут тебя как бы рекомендовать? Да, это как сам Хабиб Нурмагомедов сказал, кто здесь выиграет пояс и будет защищать, он уже автоматически уже туда попадется. Я очень хотел выиграть и привести этот пояс в Дагестан, и алхамдулиллях это мне удалось. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.